не волнуйтесь вы. Заплутал, может. Ночью не мудрено в нашей глуши. Только бы с ним ничего не случилось, только бы... Да Бог не допустит. То есть, напротив, он допустит, и обвенчаю вас честь по чести. Потому что это дело богоугодное. Яко воистину блажить тебя, Богородицу, пресно блаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без искления Богослова, росшую, сущую Богородицу тебе величаем. Венчайся, раба Божий Сергий, рабе Божий Лидий, венчайся, раба Божий Лидия, рабу Божию Сергию. Согласна ли ты? Ну, согласна ли ты, раба Божия? Да. Ну, согласен ли ты? Да. Я иду искать. Львов, Сергей Антонович, пехотный поручик, живет здесь уже неделю. В какое время он вчера пришел? Часов около 7. В 9 к нему приходила дама. Что за дама? Молодая, из благородных. Поручик при оружии был? Да, вот кобура. Да кобуру-то я вижу, вот только револьвера нет. Не могу знать, я в кобуру не заглядывал. Яков Платоныч, ну, по моей части я могу сказать следующее. Явных повреждений я на теле не нашел. Точнее, я скажу, только после вскрытия. Да, пробы с шампанским я, конечно, возьму на анализ. Думаете, отравили? Я пока ничего не думаю. Ежели основная версия самоубийства, то, с вашего позволения, разорву покрывало сомнение вопросом. Зачем офицеру травиться, если у него револьвер? Вот вопрос. А был ли револьвер? По форме одежды, если у офицера есть кобура, значит, должен быть и револьвер. Скажите, после к поручику кто-нибудь приходил, ночью или утром? Никак нет. Антон Андреевич, счета не оплачены. Некоторые двухмесячные давности. Я приобщу их к делу. Господа, вы... Не обращали внимания, что долги, молодость, шампанское. Эта троица зачастую идет вместе. Ящики стола убирают после каждого клиента? Конечно. Мы приличное заведение. Так я и думал. Яков Платоныч. Что? Свежие царапины на замке.
Дверь, очевидно, была открыта отмычками. Уверены? Ну вот, взгляните сами. Смею предположить, что кто-то пришел к поручику без приглашения. Вот только до или после. Барышня, стойте. Что случилось? Что случилось? Пустите меня! Пустите меня! Пропустите! Пустите! Сережа. Мы долго его ждали. И вот он вошел. Мы встали к алтарю. И вдруг я увидела, что это не он. Мне очень жаль, крепитесь. Вы видели этого человека раньше? Нет, никогда. Знали, что поручик Львов здесь остановился, в гостинице? Да, конечно. Он не мог больше находиться в родительском доме. Он поссорился с отцом, который не дал нам благословения. Поэтому венчание было тайное. А где же вы были столько времени? Почему пришли только теперь? Так церковь же находится далеко. Еще гроза была, все дороги развезло. Да, мы так. С кучером только к полудню в город едва добрались. Как это могло произойти? Как это случилось? К сожалению, это пока нам неизвестно. Голубушка, успокойтесь. Вот выпейте, пожалуйста. Это успокоительное. Александр Францевич, вы проводите госпожу Колчину домой, ну и окажите помощь, если потребуется. Разумеется. Эта барышня приходила вчера вечером к убитому. Все пройдет, не волнуйтесь. Боль утихнет. Нет, другая. Эту я здесь не видел. Поручик посылал кому-то письма, записки, депеши. Да, было такое. Два раза я вызывал к нему посыльного. Где посыльный? Прошу. Васька, будь сюда. Ты кому носил письма офицера из 25-го номера? В дом его отца на проездную. Но письмо было его сестре, я лично передал. Еще в контору купца Тимохина. А отдал конторщику. Тимохин, говорите. Хорошо, спасибо, свободно. Свободен. А, ну да. Стало быть, к нему вчера сестра приезжала. Как правило, шампанское с сестрами не пьют. Это надо у нее спросить. Не нужно соваться в родительский дом, Антон Андреевич, пока мы точно не знаем, что произошло. Дождемся заключения доктора Милца. А вы поезжайте в церковь, поговорите с батюшкой. Может быть, он что-то знает об этом женихе. Полагаете, что самозванец как-то связан со смертью поручика? Вы же знаете, я не верю в совпадение. Buy, bought, bought. Build. Build, build. Mm-hmm. Can, could. No, that's wrong. Look out attentively, please. Read it again. Can, could, could. Well, that's right. I think that's enough for today. And our next lesson would take place... В пятницу, в 2 часа. Точно. Барышня? Да. К вам пришли. Да, конечно. Не опаздывай. До свидания, Анна Викторовна. Анна Викторовна, голубушка, вы уж, ради бога, нас простите, что мы без приглашения, но больно важное дело. Ну что вы, доктор, я всегда вам рада. Позвольте мне представить вам Колчина, Лидию Степановну. Очень приятно.
Я много слышала о вас. Что стряслось? Я полагаю, Лидия Степановна сама расскажет о своем деле. Позвольте мне вас украсть буквально на пару слов. Видите ли, эта девушка только что потеряла своего жениха. Его нашли мертвым в гостинице. Какой ужас. Да. Так вот, Яков Платоныч просил отвезти ее домой, но, видя ее душевное состояние, я взял на себя смелость и привез ее к вам. Я думаю, что возможность пообщаться с духом покойного, ну пусть даже иллюзорным. Доктор, ну почему же иллюзорный? Ну, не обижайтесь на меня, драгоценная Анна Викторовна. Я всего лишь лекарь и в тонких материях не очень силен. Пожалуйста, уделите как можно больше внимания. Сделаю все, что в моих силах. Прошу. Ну-с, оставляю вас с заботом Анны Викторовны. Она милейший человек. Я надеюсь, вы домой доберетесь. Да, да, конечно, не беспокойтесь. Что ж, желаю вам здравствовать. Всего хорошего. Всего хорошего. Что же мы стоим? Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Может быть, кофе? Нет, спасибо. Я полагаю, доктор рассказал вам о моем несчастье. Да. Он сказал, что вы мне можете помочь. Поговорить с вашим женихом. Да, я слышала о ваших способностях. Скажите, это действительно возможно? Возможно. Если вы этого хотите. Я хочу. Устройте мне с ним свидание. Я хочу узнать, как это с ним произошло. Сударь, вас ожидают? Полагаю, что нет. Скажите, любезный, я поручик Львов. Бывал здесь? Так вы из полиции? Бедняга Львов. А от чего он скончался? Пока причины неизвестны. Говорят, отравился. Вот так пассаж. Так вы знакомы? Еще бы. Капитан Касаткин, Павел Евграфович. Следователь Штольман Яков Платоныч. Прошу вас. Благодарю. А вы в каком чине? Надворный советник. Видать, важное дело, если им занимается чиновник такого ранга. Что вы можете сказать о покойном? Ну, о покойниках сами знаете. Но, с другой стороны, веселый был малый. Кутила и задира. На прежнем месте службы убил сослуживца на дуэли. Так его из полка уволили. Если бы не хлопоты папеньки, отставка была бы вчистую. А так его к нам перевели в штаб гарнизона. Но он и здесь чудил много. И в каком же это роде чудил? Да все в том же. На дуэль вызвал поручика Кожина. Приятелями были, закадычными. А потом какая-то кошка между ними пробежала. К тому же, говорят, Кожин за сестрой Львова ухаживал. И вдруг вызов. И чем же дело кончилось? Да ничем. Не было дуэли. Отделались взаимными извинениями, что довольно странно. Уж если стреляться, так стреляться. Уж будьте любезны, чего же на попятный. А это, знаете, офицерским судом чести попахивает. Скажите, поручик Кожин, он бывает здесь? Ну, а то как же. Ну, вот уж дня три, как я его не видел. Ну что, благодарю вас, капитан. Да не за что. Не слабоволить или поддержать компанию? Благодарю на службе. Честь имею. Дух Сергея Львова, явись. Дух Сергея Львова, явись.
Дух Сергея Львова, явись мне. Он почему-то не отвечает. Наверное, ему что-то мешает. Может быть, ваше присутствие. Он не хочет меня видеть? Ну, почему обязательно не хочет? Мы же не знаем его причин. Мне кажется, ему нужно время. Но я буду продолжать попытки. И как только будет какой-то результат, я вас обязательно извещу. Я очень на вас надеюсь. Ведь вы единственный, кто может мне помочь. Мне обязательно нужно с ним поговорить. Конечно, я обещаю вам. Я сделаю все, что в моих силах. Он задушен. Уверены? Абсолютно. Дело в том, что во время вскрытия я обнаружил характерные признаки асфиксии. Ну, например... Вот, я вам верю, но нет никаких следов борьбы и ни следов на шее. Я вам поясню. Дело в том, что в шампанском, который он пил, была очень большая доза снотворного. Так. Но она его не убила. Она всего лишь погрузила его вот в такой глубокий сон. Задушили подушкой? Ну, вероятнее всего. Гости подсыпала снотворное в шампанское, а потом задушила? Или после этого пришел кто-то? Это вам виднее. И револьвер унес, но зачем? Не ради же револьвера убийство затевалось. Вы знаете ли, револьвер из-под полы полсотни рублей стоит. Сомнительный промысел убивать поручиков ради револьверов. Анюта, а почему ты не завтракала? А я чай пила. Как прошел урок? Как обычно. Ученик ленится, делать ничего не хочет. Доктор Милс заходил? Да, заходил на минутку поздороваться. Странно. А с нами он не поздоровался? А вам он кланяться велел. Торопился очень. А что за барышня с ним была? Лиза Колчина, это, кажется, его пациентка. Но она ушла много позже, чем доктор? Мам, ну посплетничали мы немножко. Вот как? Ты и посплетничала? С трудом верится. Мама! Нет, ну это невыносимо, наконец. Я здесь под арестом! Я жалею, что я вас послушала и не поехала на бестужевские курсы. Так в самом деле. А что такое? Ну, Анна же не поднадзорная в собственном доме. Да это я поднадзорная. Спросить уже ничего нельзя. Или я не имею права знать, что происходит в нашем доме, кто к нам приходит или зачем. Господи, я с ума сойду от этих звуков. Просковья! Завари мне пустырника! Яков Платоныч, вы от меня прячетесь? Ну что ты, почему ты так решила? Я тебя не вижу. Извини, много дел. Ну, может, все-таки присядешь? Если кто-то умер, он может подождать. Я действительно спешу. А я думала, что после нашей прогулки в лесу мы будем вместе. Так мы вместе. Я не заметила. Анна Викторовна, здравствуйте. Добрый день. Идите к нам. Извините, я тороплюсь. Яков? Я вам помешала? Вы должны были здесь встретиться. С чего ты взяла? Ну, Анна Викторовна, как только меня увидела, сразу побежала в обратную сторону. Извини. И ты спешишь. Убийство произошло. Я зайду к тебе вечером. Печально.
теперь и невеста венчана неизвестно с кем. Как ей теперь жить-то? Она ж пред Богом муж не жена до скончания века. Грех-то какой. На этом самозванца. Вот люди пошли. Ни стыда, ни совести. А она-то куда глядела? Что же она не разглядела сразу? Так на свечах экономим. Приход-то небогатый. Да и он в бушлыке был до самых глаз. Военный, военный, кто его разберет? Это уж когда-то поцелую дело дошло. Что же они и кольцами обменялись? А как же? И он ушел с кольцом. Убежал с кольцом на пальце, Ирод. И тем приковал невинную душу к себе на веки веков. Антихрист. Фу. Ой, прости, Господи. А венчать тайно не грех ли? В блуде жить – вот грех. А венчаться – дело богоугодное. Без родительского благословения, ну, конечно. Вы уж, Антон Андреевич, не выдайте. Если в епархии узнают, отымут у меня приход. Вот уж как выйдет. Дело не шуточное, убийство все ж. Я понимаю. Но просьбу вашу я Яков Платонычу передам, следователю. Уж будьте добренькие, Антон Андреевич. Ведь не корости ради, а только ради соединения сердец. Ну что ж, благодарю за чай. Вынужден откланяться. Ага. Служба-с. А варенье у вас отменное. Так, может, с собой возьмете? К чаю вечером после трудов, оно уж милое дело. Не откажусь. Вот и хорошо. Вот и чудно. Воистину, желудок враг человека. Ох, порадовали. И перчатки. Как? У самозванец. Он вошел, фуражку снял, перчатки фуражку кинул и на лавку положил. А потом убегал поспешно и оставил. Так что ж ты мне сразу не сказал? Где все это? О, сейчас. Вот. А варенье? Черт знает, что такое. Да как они смеют? Да я все улажу. Наведаюсь к Трегубову, начальник полиции. Простите, тут из полиции прибыли. Следователь Штольман. Вовремя. Давай его сюда. Вы уж помягче с ним, Антон Павлович. Все-таки полиция. Штольман Яков Платоныч, начальник сыскного отделения полиции. Львов Антон Павлович. Тимохин, купец первой гильдии. Что у вас там творится в вашем управлении, господин Штольман? Почему моим людям не позволяют забрать тело моего сына? Ведется следствие, и, возможно, понадобится дополнительная экспертиза. Какие еще экспертизы? Я не давал разрешения на вскрытие. Я буду жаловаться! При определенных обстоятельствах вашего разрешения на вскрытие не требуется. В каких обстоятельствах? Вы меня простите, но я бы хотел продолжить разговор тет-а-тет. Алексей Михайлович мой компаньон, у меня от него нет секрета. И тем не менее, это полицейское расследование, так что я должен придерживаться установленных процедур. Разумеется. Я все понимаю. Я буду в коридоре. Благодарю. Есть подозрение, что ваш сын убит. Что?
задушен. Как? Ведется следствие, и поэтому я должен задать вам несколько вопросов. Вы ведь в последнее время были в разногласиях с сыном. И что с того? Почему были против его брака с Лидией Колчиной? Вот это вас не касается. Зачем вы подослали в церковь своего человека? Какого человека? В какую церковь? Ваш сын должен был венчаться с госпожой Колчиной минувшей ночью. Но вот вместо него туда пришел кто-то другой, самозванец. В то время как ваш сын уже был мертв. Что вы об этом скажете? Вам что, плохо? Есть здесь кто-нибудь? Воды принесите! Ах ты, Господи, батюшка! Сейчас отпустят. Не надо прилечь. Разумеется. Я... Я зайду к вам в другой раз. Крутенько вы, господин следователь. А вы, господин Тимохин, здесь по делу? Да какие сейчас дела? Пришел поддержать Антона Павловича, узнав о несчастье, постигшем. Но дела-то у вас есть с Антоном Павловичем? Дела есть. Лес у него покупаю. Значит, наверняка и сына его хорошо знали. Да. Еще мальчонкой, помню. Помогал в делах отцу? В торговле? Нет. Молодой офицер, какая коммерция? Наслышан, кутежи, дуэли. Ай, нехорошо. Ну, нехорошо так. А покойники-то? Что, хозяин? Лежаться. За доктором послали. Я бы хотел поговорить с его дочерью. С Евгенией Антоновной? Как узнали, заперлись у себя, плачут. И все ж доложи. И решили всю семью извести? Господин Тимохин, я провожу следствие по делу о внезапной смерти, причины которой пока не установлены. Так что ваша ирония здесь неуместна. Дух поручика Львова явись. Ее здесь нет, но она очень в себе нуждается. Разбудите меня. Разбудите. Вас убили. Это она. Да в чем? Да во всем виновата она. Кто? Кто? Разбудите. Скажите мне, кто вас усыпил? Разбудите меня, пожалуйста. Я не понимаю. Пожалуйста, разбудите меня. Говорите со мной или уходите. Разбудите меня! Разбудите меня, пожалуйста! Она что с тобой? Ничего. Да и на себе лица нет. Да ничего. А где дядя? У себя, наверное. Чем могу служить? Примите мои искренние соболезнования, но должен задать вам несколько вопросов. Я не буду мешать. Женечка, дорогая. Держитесь. Любая помощь. Все, чем могу. Мое почтение. Честь имею. Что вы хотели бы знать? Господин Штольман. В каком часу вы вчера были у брата в гостинице? Около 20:00. О чем говорили? Он поссорился с отцом, и я хотела их помирить. Почему же ваш отец не хотел благословить брак вашего брата с госпожой Колчиной? Он... Считал, что это мезальянс. Ну да. Бедная гувернантка и
наследник богатого состояния. И что же вы ему посоветовали? Я сказала ему, что нужно смириться. Что увлечения проходят, а семья важней. Не по годам мудро. Это вас отец об этом попросил? Нет, нет, я сама. И что же брат? Он только смеялся. Говорил, что я ничего не понимаю, что эта девушка – счастье всей его жизни. Разбудите меня, пожалуйста. Разбудите, пожалуйста. Все еще здесь. Он там стоит возле стены. Ему кажется, что он уснул и не может проснуться. Не понимает, что он умер. Ну, такое бывает. Бывает с умершими во сне. И что же делать теперь? Ну, ничего, ничего. Он со временем сам все поймет. Но он же не уходит. Он же что, теперь все время будет здесь торчать? Нет. Нет, не надо обращать на него внимание. Он растворится сам. Скоро. И не нужно, чтобы он растворился. Я его вызвала сама. Мне надо, чтобы он поговорил со мной. А, ты хочешь, чтобы он с тобой говорил? Тогда мне нужно посмотреть в книге. Нужно посмотреть в книге. Скажите, а правду говорят, что он отравился? Зачем вы подсыпали снотворное в шампанское брату? Я? Что вы такое говорите? Он открыл бутылку и пил. Я только пригубила. Зачем же мне, Господи? Вы знали, что этой ночью ваш брат собирался венчаться с госпожой Колчиной? Нет, я не знала. Он был так оживлен, так счастлив. Мы говорили, и я ушла. А почему же ваш брат вызвал на дуэль поручика Кожина? Я не знаю. Может, потому что он за вами ухаживал? Нет, нет, совсем пустое это. Я знаю, что они поссорились, но причины я не знаю. Когда вы видели поручика в последний раз? Не помню, может быть, неделю назад. Есть подозрение, что поручик приехал в церковь вместо вашего брата и обвенчался с госпожой Колчиной, выдав себя за него. Зачем? А вы как думаете? Откуда я знаю? Я знаю, что это просто невозможно, что Кожин не мог, он... Ничего больше не хотите добавить следствию? Еще раз мои соболезнования. Взрослый человек. Фу, что я несу? Аннет. Ну, к сожалению, сейчас у меня нету этой книги. Нету книги. Ты что, ее в карты проиграл? Бог с тобой. Бог с тобой. Она в закладе. Что? Ты книгу духа в кардека заложил? Аннет, ну, гладкая необходимость. Острая необходимость. Там, если помнишь, такие серебряные накладки и застежка тоже серебряная. Книгу можно выкупить. Но у меня нет на нынешний момент достаточно суммы. Сколько нужно? 18 рублей. У меня нет. Но можно у мамы взять. Да.
30 рубчиков, пожалуй, будет в самый раз. Дядя, ну ты же сказал 18. Аннет, я же не учитывал накладные расходы. То, все. Ну ты. Ой, ну, дядя. Ну, 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 что? Что? Что, ушел? Да. Вон он. Я за ним. Я с тобой. Нет, ты пойдешь в ломбард, и ты полистаешь эту книгу, и ты найдешь мне это заклинание. Ну. Аннет, а деньги? Аннет! Не нужно туда идти. Что вы здесь делаете? Слежу за одной барышней. Я, как понимаю, вы тоже здесь не случайно? Я просто шла за... Мне показали этот дом. А почему я не могу туда войти? Там может скрываться опасный преступник. Его намерения мне неизвестны. А вы со своими расспросами... В таком случае я приду сюда позже. Подождите. Я жду объяснений. Коробейников! Иди сюда. Рад вас видеть. Что случилось? Есть подозрение, что в этом доме скрывается поручик Кожин. Именно так. Вот то, что он забыл в церкви. Вы уверены, что эти вещи принадлежат поручику? А кому же еще? Самозванец забыл их в церкви. Я съездил в офицерское собрание, и там один капитан просветил меня по поводу дуэли между Львовым и Кожиным. И там же мне дали адрес Кожина. Отлично, работаем, Антон Андреевич. Стараемся. Что-то госпожа Львова долго из дома не выходит. А она здесь? Она привела меня сюда. Сестра Львова. Вот что, вы зайдите-ка внутрь, разузнайте, что там да как. Понял. Да только аккуратно, нечего туда всей компанией являться. Понял. И мигом. Анна Викторовна, я жду объяснений, кто вас втянул в эту историю на этот раз. Лида Кулчина. Я привез ко мне доктора... Доктор, я поговорю с ним. Пожалуйста, не трогайте хотя бы доктора. Он просто хотел девушке помочь. Вы же видели, в каком она состоянии? В ужасном. Если вы что-то узнали от Лиды Колчиной, почему не обратились ко мне? Чтобы вы отмахнулись от меня по обыкновению. Все приходится делать самой. Что значит самой? Кто вам дал полномочия вести самостоятельное расследование? Не кричите на меня. Я не ваш фельдфебель. Извините. Кожина нет. Но... Квартирная хозяйка сказала, что он заходил утром, пьяный и без головного убора. Львовой нет, она покинула помещение несколько мгновений назад. Вероятно, что через черный ход. Он несколько дней в загуле, все сходится. Пьяный ночью поехал в церковь вместо своего врага Львова. Зачем ему это нужно? Месть. Да что за месть такая, венчаться с чужой невестой? Он рассчитывал, что его не узнают. Значит, Евгения Львова приходит вечером к своему брату в гостиницу, подсыпает ему снотворное в шампанское. А ее несостоявшийся жених Кожин явился в церковь, где венчался с бедной Колчиной, сковав ее тем самым до конца дней. Месть, я же говорю, месть. А за что можно с такой жестокостью собственному брату отомстить? Кожин Львова убил. Сестра усыпила братца, после явился Кожин. И задушил. И в церковь. Складно, осталось только найти Кожина. Да. Задача для начинающего сыщика, Антон Андреевич, где можно найти офицера, который уже в запое несколько дней? В борделе. Браво. К мамам?
я с вами. Нет. Почему? Вы о моей нравственности печетесь? Я вообще-то там уже бывала, вы забыли? Я хотел вас попросить об одолжении. Вы поговорите с Евгенией Львовой. Хорошо. Вы хотите узнать, подсыпала ли она снотворное брату? Вы расспросите ее, ну, сделайте вид, что сочувствуете, и скажите, что можете устроить встречу с ее братом. Я вообще-то это могу. Ну, так тем более. Антон Андреевич, надеюсь, ничего не случилось, вы просто зашли на огонек? Поручик Кожин, случаем не у вас гостит? Ох, как же-с. В 18-м номере, 3 дня как отдыхает. И в каком градусе пребывает? В постоянном. Но к разговору способен. А что-то случилось? Да вот поговорить с ним и нужно. Ах, нет, только без стрельбы, я прошу вас. А что, вооружен? Револьвер при нем. Давеча пытался устроить стрельбу по бутылкам. Едва уняли. Мадам! Просто решил немножко разрядить напряжение. Для этого у вас здесь есть другие возможности. Доброе здоровечко, Яков Платоныч. Давненько к нам не заглядывали. Фараоны? Ой, они душевные. Яков Платоныч, он душа человек. Что-то поздно вы, господа. Я целый день вас жду. Поручик Кожин. Так точно? С кем имею честь? Следователь Штольман, это мой помощник Коробейников. У нас к вам несколько вопросов. Валяйте. Милая, поскучай немножко. Шампанского? Благодарю. Так вы нас ждали? Разумеется. Кому вы еще пойдете после самоубийства Львова? Откуда вы знаете, что это самоубийство? Говорят. Он же отравился. Где вы были сегодня ночью? Здесь, разумеется. Однако этой же ночью вы потеряли свою фуражку и перчатки. Довольно далеко отсюда. Откуда вы узнали? Нам все известно. Вы оставили это в церкви. Какой еще церкви? В той самой, в которой вы совершили неправедную месть свою. Это не мое. То есть как? То есть так. Она слишком новая, и у меня вот здесь пятно было. Да, я отлучался этой ночью, зашел в пару кабаков, где-то потерял, но ни в какую церковь я не заходил. Антон Андреевич, опросите девиц. Когда здесь точно был поручик, и в какое время отлучался? Слушаюсь. Значит, говорите, это не ваше. И вы не венчались с невестой поручика Львова? Я? Черт возьми! Господин следователь, кто из нас пьян? Значит, вы не были в церкви сегодня ночью, 50 верст отсюда? Нет. Конечно же, нет. Вы заходили к поручику Львову в гостиницу? Нет. Почему он вызвал вас на дуэль? Это я его вызвал. А причину вам знать не обязательно. Ошибаетесь. Сейчас мы поедем в участок, вы там проспитесь в камере, и после этого мы с вами спокойно поговорим. Антон Андреевич, сопроводите поручика в номер. Собирайтесь, собирайтесь. И оружие сдайте, чтобы без глупостей. Нет у него никакого алиби. Девицы путаются. Они числа сегодняшнего не помнят. Он мог вполне отлучиться на всю ночь, и они даже не заметили бы. Может, вы мне одеться позволите? Безусловно. Но дверь не закрывайте. Да будет вам. Куда я денусь? Были прецеденты. Ладно, прошу вас.
за что его? Он вам не говорил, какое горе здесь заливает? А, ну как же, с 3 дня только об этом и плачет. Разрушился его брак. Значит, к вам утешаться пришел. А куда же еще? Где еще раненое сердце выслушает, обласкает, обогреет? Антон Андреевич, вы скоро? Антон Андреевич, карабинника! Антон Андреевич! Что стоим? За врачом посылайте! Нюхательную соль на шатырь воды несите!